ввести для чиновников показатели эффективности. Депутат Кировской гордумы от партии «Справедливая Россия за правду» Надежда Сураева предложила внедрить в мэрии систему менеджмента качества, а также ввести для чиновников ключевые показатели эффективности, как это сделано на многих успешных предприятиях. Ее внедрение помогло бы сократить излишне раздутый штат администрации, а работу оставшихся чиновников сделать куда более эффективной. Государственные и муниципальные служащие должны отвечать за результат своей работы.